Полиция перекрывает въезды и выезды. Наряд Росгвардии в полной экипировке заходит на территорию третьей школы. За несколько минут до того на территорию школы проникли вооруженные мужчины. Попасть в саму школу не так просто. Незваных гостей замечает охрана учебного заведения. Отдается команда тревоги, которая поступает и внутри школы, и на номера экстренных служб. Школьники баррикадируются внутри кабинетов, а на месте начинает работать группа немедленного реагирования Росгвардии. Условных злодеев зажимают в клещи. Стоять, Росгвардия! Оружие на землю! Да, действительно был произведен предупредительный выстрел в соответствии с федеральным законом 226, после чего вооруженные люди сдались и были задержаны. Если бы вооруженные люди открыли бы огонь, то сотрудники Росгвардии открыли бы огонь на поражение. Ну, к счастью, это учение. Но по легенде учений преступники успевают устроить в школе пожар. Приходится включать еще и противопожарную тревогу. Пока отряд пожарной охраны выдвигается на место, школьники организованно эвакуируются. В рамках данного мероприятия было проведено занятие с учениками. До учащихся школы доведены требования в области пожарной безопасности, а также действия при ЧС. Кроме этого, отработаны действия по тушению условного пожара и правильным действием учеников при эвакуации. Понятно, что в жизни все гораздо сложнее. Могут возникать разные непредвиденные ситуации, но подобная отработка действий и учителей, и школьников, и специалистов экстренных служб крайне важна. Сотрудники Росгвардии участвовали во всероссийских учениях по действиям в чрезвычайных ситуациях, чтобы не терять бдительность и быть в полной боевой готовности 24 часа. Так как каждый должен знать свои действия, чтобы пресечь любое происшествие. Цель наших учений, чтобы дети знали свои действия в чрезвычайных ситуациях. Все мы очень надеемся, что подобное будет происходить только во время учений, но так или иначе все должны быть готовы к любым жизненным ситуациям. Денис Нитков, Артемий Максимов, новости из Кровект.